если прыгать по кувшинкам, понял? Давай, прыгай. Прыжок на контроле, это, конечно, надо уметь. Нет, не Золушка, нет, не Алёша Попович, нет, другое. Кузя, Кузя, точно, Кузя! Надоело катать без шмота и сливать на мутных рулетках? Не веришь, что есть честные опен-кейсы? Пора это исправить. Testidrop.ru – это открытые инвентари ботов, моментальная доставка выигрыша и сотни довольных клиентов. Заходи сейчас, вводи промокод с экрана и получи плюс 10% к балансу. Разведка доложила, что ты все же начал играть в Шрек 2. Нет, не начал. А если серьезно, то удачных тебе стримов и всех благ. Поменьше въебывайся в камни, а то Саша камень уже заебал точка целую точка в эпоху. Че? Стрим снайпер. За честь и отвагу! Привет, Попечь. Если ты не хочешь играть в Шрека 2, то поиграй в ТМНТ 2007 года или Мадагаскар. No, thank you. Я сейчас не ищу никаких игр, у меня есть во что играть, то есть... Ну, ну что еще? Нечего стримить, но... Бытует мнение, что после неудачи в Доте и Казаныча всегда следует удача в Шреке Пахчан Прохан. Блин, ну вы заебали, это не смешно, ну, ну что вы постоянно форсите... Что это за пиздец? Короче, гон на 3000, спидран, изи. Все, конец. Всем пока. О, ура. Это не конец. Надо еще на 2000. Окей. Окей, гг. Сейчас, секунду, го в другое казино. Ну что еще? Здарова, казинак. Отличный выбор автора, так как все ход увидит супер игру. Но, лучше бы вы выбрали, что по 2 есть стрим снайпером, там максимум осел. Определенно, выбор там и Цалянова получать можно и Вика попить, кстати. Тебя не смущает, что это сам, при Курта Энгла и там кричат Юсак? Нет, не смущает, я знаю, что там кричат. А тебе не смущает, что это могут кричать моим хейтерам? Это можно так поставить. Украинец женился на своей бабушке, чтобы откосить от армии. 27-летний юноша принес в военкомат справку за ЦРУ. На его издевении находится 80-летняя супруга, которая с инвалидом первой группы, сообщает резонансный службы. Да что за хуйня? В поселке подвинулся. Украина... Ну что еще? Трактирыч, больше река сверху, а не мужика блесринг. Таня, вот. Шрек 2 или бунт? Шрек 2 или бунт? Расскажу историю, что мне приснилось, как целую в твои сосочки. Отымел тебя в твой скрытый кулак, когда то я тебя... Как мне... Наконец-то! Да! Супер игра! Погнали! Почему сразу еще? Хоть что-то, бля, хоть какая-то мораль. Даже если нихуя не даст. Даже если нихуя не даст, это ну хоть что-то. Так, ну что? Начало хуевое, ничего. Окей, все очень плохо. Все очень плохо. Окей. С колен, с колен. Хуево. Хуево. Любой ход без вайлдов плохой ход. Хуёво, 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 хуёво. Окей, супер хуёво, все очень плохо. Окей, дождался вопрос чего. Все ходы без вайлдов, прикольно, найс, найс, супер игра. Ха! Вот это да. Да. Я уже не успею набить. Тут надо 8 этих челиков. Или, ну, 8 мужиков и 8 невидимок. Или то и то сразу. Но я уже не успею, остался ну, один фриспин. Добрый початок. Заходи в путь крачу. Я тебе купер делал. Пиздек. Последний фриспин бы твой, это конец. Это называется грусть. Последний ход! Вайлд! Да, вот это да. Если у вас какая-то ну что еще? Коммерческая составляющая на стриме, то вы не можете комментить. К сожалению, зеленый фонарь вышел только на коснолях.
Тебе же будет несложно купить третью плойку. Не-е-е, я пас. Сложно, сложно. Ладно, ну или Шрек 2, он есть на ПК. No way, no way. Не, я 100% никогда в жизни консоль не куплю. Вот 100%. Сразу говорю, можете даже не просить, можете не донатить на консоль, потому что, ну, консоли не будет. Это я могу пообещать. Ну, я как-нибудь попробую постримить турнир, maybe, может быть, если у меня будет желание. Вы еще постоянно, ну, забываете, что мне похуй на эти турниры, что я за ними не слежу, мне вообще поебать на продоту. То есть, сколько раз уже говорил, что я только в качестве исключения, только ради работяг, иногда стримлю какие-то важные матчи мажоров или интернешнл'а. Я не стримлю какие-то миноры там или какие-то турниры маленькие в любом случае. Ну что еще? Папань, ты сказал, что должен прислушиваться к мнению большинства на стриме. Так точно. Окей. Весь чатик просит Шрек 2, ты нас игноришь. Как это называется? Это называется так, что мне игра неинтересна. Вот, допустим, пример. Path of Exile и Dota. Path of Exile мне интересно, и Dota мне интересно. Но, очевидно, Dota я стримлю в раз 10 чаще, чем эту игру. Потому что большинству Dota нравится, большинство предпочли бы стримы Доты. Я никогда не буду стримить Шрек 2. Бля, хватит форсить, ну, эту несмешную тему. Даже так сильно Dark Souls не форсили, блядь, как эту хуйню. Что смешного тут? Ну что еще? А Шрек 3? Если альтабнусь, это будет донат от Саши Камня или нет? Альтаб. Я так и знал, пиздец. Папа, не знаешь. Ты говоришь, что все, людишки много чего не заслужили. Но это не о чем? Цитату конкретно, цитату. Сабы, донатеры не заслужили одну маленькую радость. Добрый подарок. Подарок нам от тебя. Ясно. Стрим по Шрек 2. Нет. Да, может тебе игра поначалу не понравится. Но разве ты не хочешь ради работяг сделать этот подарок? Нет, мне вообще Шрек не нравится. Шрек вообще, сама суть, сеттинг, что такое Шрек вообще. Мне Шрек не нравится. Я прошу тебя. Хорошо, хорошо. Вот и все, хорошо, хорошо, сейчас закончу карту. Хорошо, я... Года ты даришь мне положительные эмоции. Спасибо тебе большое. Хорошо. Точка. Хочу подарить тебе хороший контент. Точка плюс 1200. Точка don't forget. Игра от Ubisoft'а? Сразу плохой знак. Почему Ubisoft ебучая... Ну ладно, не буду, ладно, неважно. Lives shattered. A soldier. Sent far from home. Это пиздец. Я тут стараюсь нахуй, и ты не чекнул Шрека 2. А этот высерат Ubisoft сказал, чекнешь. Все ясно, папань. Сегодня ты разбил одно маленькое, наверное, каменное сердечко. Прощай. Шрек 2. Ай, бля, как ты надоел с той хуйней. Игра. Прыжок на контроле, это, конечно, надо уметь. Блять. Ну что ж, прощай. Пиздец. Ладно, папай, я погорячился. Прости меня, ты подарил работягам 4 секунды радости. Прыжок на контроле, это надо уметь. Надеюсь, когда я буду умирать в старости, люди скажут: это тот микрочел, из-за которого мы посмотрели 4 секунды Шрека 2 на стриме по Пиче, и все будут плакать. Да, кстати, я так и знал, и что... Я так и знал, что этот Шрек 2 это типичная вот эта вот игра с, ну, такого вот старого стиля с приставок, где ты просто бегаешь, ну... Ну, типа Крэша, знаешь, вот как первый Крэш там вот. Неужели ты думаешь, что... Ну, ты... Скажи мне что-то рофу. Не может быть, что мне на полном серьезе вот это вот... Советуют поиграть буквально... Игру 100-летней давности. Пытаюсь вспомнить игру, бля. Когда не было лет 10, что играл типа Шрека 2. Там было русское название у игры. Не могу вспомнить название, бля. В голове есть, короче, образы. Образы персонажа, но название вспомнить не могу. Нет, не Золушка, нет, не Алёша Попович, нет. Другое. Другое, короче, другое, другое, другое. Там, там, по-моему, женский персонаж еще был. Девочка какая-то. Кузя, да, вроде Кузя. Кузя, точно, Кузя. Кузя, короче, как. Кузя, еще что-то в названии было. Да, Кузя, точно Кузя. Попич, привет. Давно тебя смотрел. И сейчас подсел на тебя. В общем, ты мне всем нравишься. И веселый аэрофлить умеешь. Но одного я не могу понять. Раньше было рофу про твои сиськи. Мы всем чатом угорали с них. Они рил были смешные.
Ну вот куда туровлы ушли, а твои сиси никуда уходить и не собирались. Чё, дурак? Это оно, 1.15. Мы заехали на... Окей, 3-4к просмотра, большинство лайки. На остров, до которого, собственно говоря, есть дом. Разве не смотрел этот видос? По-моему, мне уже скидывали видос, где какой-то чувак бил дом. По-моему, мне скидывали. Я не помню. Не уверен. Ну, блядь, а по-любому должно плохо закончиться. Челик бьет зачем-то домик. Зачем он его ногой бьет? По-любому должно хуево закончиться. Это не может хорошо закончиться, не может. Нахуй он дома носит. Че за хуя? Почему он решил унести будку эту? Мами там чел сидит кемперит. Как в ПУБГ. Сейчас дробаша его ебанет. Так что-то произойдет или нет? Оса на камне, блять, что? Блять, чё, надо... Есть где-то. Есть? Нет. Жало. Чё, конец? Чё, надо? Паша, давай отплывём отсюда, потому что мы вскрыли осиное гнездо. Ну, как бы да. Блять. Чё за...